Сегодня соревнования проходят в городе Комсомольске, посвященные памяти нашего близкого товарища, друга, который сидел с нами в лодке, вместе выступал с нами на соревнованиях, Александра Литвиненко. В прошлом он был мастер спорта международного класса по каноэ, участник Олимпийских игр в Сиднее, в Атланте в 96 году, неоднократный призер мира, чемпионата Европы. Собралось здесь до 22 команд, все выступают с улыбкой на лице. Это спортивный праздник, фестиваль на воде, можно так сказать. Наша команда образовалась в 2006 году. Как клуб мы стали в 2008 уже одной боевой единицей, можно так сказать. Выступаем в классе мы Open, это самый сильный класс считается в этом виде спорта. Выступаем на дистанциях 200 и 2 километра. Хотим забрать все медали. Кременчук. То есть сегодня вы хотите забрать все медали в Кременчуге, да? Да. Ну а еще можно рассказать, кто вас поддерживает, как бы? Да, наша команда была образована при помощи нашего спонсора, торговой марки «Александрия». Спасибо огромное директору этой компании Мазуру Сергею. Он тоже принимает активное участие в гребле, сидит с нами в лодке, занимается хорошим видом спорта гребли. Сколько всего в лодке? В лодке сидят 20. В лодке вообще по заявке идут 26 спортсменов. 4 запасных, 22 сидят в лодке. 20 гребут, 10 слева, 10 справа, один барабанщик и один рулевой. Ну вообще можно еще несколько слов об этом виде спорта, так сказать, откуда он взялся вообще? Вид как спорта очень в Украину старый, попал? Очень старый вид спорта, ему по преданию где-то больше 2000 лет. Это был основан он в Китае. В наш город он попал. Мы его, можно так сказать, своими силами привезли к нам в город, этот вид спорта, образовали, сделали команду, создали из бывших спортсменов, спортсмены разного класса, начиная от хоккеистов, заканчивая гребцами, волейболистами, борцами, боксерами и так далее, велосипедистами. Все, кто может держать весло в руках и более-менее готов к нагрузкам, тот сидит в лодке с удовольствием. Но это больше хобби, нежели Это больше хобби, чем профессионально. 4 раза в неделю тренировки у нас. Тренируемся, готовимся. В прошлом году мы были серебряными призерами чемпионата Европы, эта команда. Это, я считаю, неплохой результат для любителей, для тех людей, которые работают на заводах, на фабриках. Но можете перечислить всех членов вашей команды? Ну, в основном, костяк команды это, начнем так, Сергей Мазур, Сергей Помазунов, Вячеслав Чернышенко, потом Максим Копенкин, Костя Масиевич, Петя Зеркальный, Виталий Прочковный. Всех не перечислить, всех сейчас их много, но мы растем.